Герой Советского Союза Андрей Данилов родился 5 августа 1908 года в селе Новая Ильинка Ачинского района Красноярского края. Работал в сельском хозяйстве, затем переехал в Красноярск. Работал на заводе плотником. В первые же дни войны подал заявление об отправке его на фронт. На фронт он, Андрей Данилов, прибыл уже в июле 1941 года. Был наводчиком орудия, участвовал в обороне Москвы. Особенно отличился гвардии сержант Андрей Данилов, на Курской дуге командуя орудием. Его расчет держал оборону на южной стороне Курского выступа, как раз в районе Прохоровки, где состоялось самое крупное в истории войн танковое сражение. В бою 12 июля 43 года у высоты 226,6 в районе населенного пункта Полежаев Прохоровского района Белгородской области в течение 3 часов отражал контратаки танков и пехоты противника, подбивая вражеские танки. Был раненый наводчик, боеприпасы были на исходе. Оставшись один, он героически, не жалея жизни, продолжал расстреливать наседавшие танки. Атака немецких танков захлебнулась, оставив на поле боя 5 горевших «Тигров». Оставшиеся танки начали отходить. Во время наступления на территории Харьковской области 13 сентября 43 года в районе села Сухины Богодуховского района он был тяжело ранен и в тот же день скончался от ран в медсанбате. Похоронен герой в братской могиле в селе Сухины. На месте погребения установлен памятник погибшим воинам. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 43 года гвардии сержанту Андрею Борисовичу Данилову было присвоено звание Героя Советского Союза.